Итак, друзья, всем привет! Сегодня хотел бы рассказать о сайте, который позволит вам сделать ваш код красивым. Называется RaySO, сайт, ссылка будет в описании. Ну и что здесь? У нас здесь в оформлении, как видите, здесь различные, если можно сказать, темы. Значит, Candy, Breeze, Midnight, Sunset. Вот. Потом можно убирать вот этот фон, либо добавлять. Можно включить Dark Mode. Кстати, Dark Mode у меня сейчас и включен. Ну и ширина рамки есть еще. Собственно, помимо этого, можно выбрать, естественно, на каком языке будет код. Соответственно, в данном случае у меня Auto Detected стоит. Ну и, соответственно, можно принтскринить, естественно, ну, либо Download Image, сохраняем картинку и потом открываем ее, можем пользоваться. Друзья, вот, собственно, и все. Я не знаю еще, что сказать. Как видите, очень приятный, красивый, значит, код. И, друзья, его можно вставлять в различные тексты, в различные, значит, статьи и так далее. И все будет выглядеть очень хорошо. Создана вот эта вот студия. Сейчас вот я ссылку на официальную страницу людей, которые создали вот данный сайт. Ну вот, собственно, и все, друзья. Ссылка будет в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.